Я все-таки решил не оставлять совсем без концовки сериал по Beyond Earth. Как вы помните, мы построили вот цветок разума здесь. И оказалось, что интеллектуальные основы ксенозаповедники надо было строить до постройки цветка. И там получилось, что мы построили цветок 23 хода до победы. Мне было, честно говоря, лень, там у нас игра вылетала, все было как-то очень долго. Ну, ощущение незаконченности у меня есть, поэтому я сейчас вот загрузился. Я не буду вам прям прохождение показывать, но я загрузился за 6 ходов до постройки цветка. Сейчас отменю это дело, построю тут ксенозаповедник интеллектуальной основы во всех городах, дострою цветок и посмотрим, сколько ходов, в общем-то, до победы будет. Итак, я заново начал строить цветок. Кстати, он сбрасывается. Вот в тот раз, когда я запускал видео, было 6 ходов до конца, я его сбросил и построил во всех городах ксенозаповедники и интеллектуальные основы. Мне пришлось цветок 9 ходов строить. То есть это не как в 6-й циве, где стоит чудо, вы его откладываете, потом можете вернуться достраивать. Нет, он будет строиться заново. Практически во всех городах построено, в некоторых я не построил интеллектуальные основы, просто потому что они заканчивались строиться позже, чем был бы основан цветок. В любом случае, напоминаю, что в стриме я, когда построил цветок, оставалось до победы до 23 хода. И после цветка строительство ксенозаповедников и интеллектуальных основ ход победы не ускоряло. Это означает, что, видимо, интеллектуальные основы и ксенозаповедники надо строить до цветка. Вот сейчас я это проверил, заканчиваю цветок, посмотрим, сколько ходов будет до победы. Цветок построен, смотрим ход победы, трансцендентность. 4 хода. Да, до победы 4 хода. Еще раз повторю, что это почему-то очень хреново написано в целопе, точнее это вообще не написано. Здесь такое ощущение, что вы сначала должны построить цветок, а потом уже все вот эти убыстрения. Вот смотрите, написано технологии, которые дают цветок разума, потом строим цветок разума. И как только цветок разума построен, он немедленно начинает слияние с созданием планет со всех ее обитателей. Победу с помощью цветка можно ускорить, строя в своих городах интеллектуальные основы и ксенозаповедники. Так как этот абзац по постройке цветка находится раньше, чем абзац об ускорении с помощью интеллектуальных основ и ксенозаповедников, любой игрок думает, что вначале надо строить цветок, а потом ускорять его. На самом деле это не так. Сначала строите основы, интеллектуальные основы и ксенозаповедники, потом цветок, и видите, 4 хода до победы. Хотя до раньше это было 23 хода, когда я это показывал на стриме. Ну давайте сейчас уже дойду до победы и покажу вам финальный ролик. Ну что ж, следующим ходом, по идее, у нас победа. Цветок разума. Через цветок разума мы завершаем слияние с этой новой планетой, которая стала нашим домом. Вот такое прохождение. Специально я вернулся все-таки назад, чтобы добить это дело, гармонии победить. Еще раз повторю, надо сначала строить ксенозаповедники и интеллектуальные основы, а потом уже цветок. Как видите, насколько быстрее ускоряет ход, насколько быстрее ускоряет победу трансцендентностью. И после того, как цветок построен, оно не ускоряет. То есть не интеллектуально основанные ксенозаповедники уже победу не ускоряют. Когда цветок разума раскрылся в полную силу, также раскрылись и наши умы для планеты, с которой мы так долго делили свою жизнь. Это не было похоже на внезапное пробуждение. Скорее, как первыми нежными лучами рассвета, наш человеческий опыт был освещен осознанием того, кто мы и кем можем стать. В этом свете мы нашли себя. Теперь мы вместе. Мы едины. Мы ждем. Давайте посмотрим итог. Кстати, по какой-то странной причине он не показывается в конце игры, но его можно загрузить через меню. Просто как мы развивались. Всего культуры... Нет, всего культуры неинтересно. Вот наука вход.
Здесь две трети шли ровненько, потом я просто улетел. Ну, не здоровье и здоровье, там у меня слишком дофига всего было, прямо скажем. Военная мощь. Тут я вообще... Могли нападать на меня 100 раз, я тут слабенький был. По населению. Тоже не особо, кстати, в лидерах. Меня интересует производство за ход. Ну, кстати... А, нет. Сначала, примерно, ровно шел, а потом... Улет. Пища за ход. Тоже... К концу. Ну, вначале не так круто было. Энергия за ход. Тоже вначале не особо, потом... Ну, это биоколодцы, скорее всего. Точнее, вот это не биоколодцы, а... Пища, производство, это биоколодцы, скорее всего. Число направлений развития. Тут я отставал, но потом быстро вперед улетел. И число известных технологий. Тоже. Ну вот, видите, как на самом высоком уровне сложности. Вот они приземляются, и у них сразу... Сколько? 7 известных технологий получается. Сразу есть. Я их только догоняю где-то в этом моменте. Так, по количеству технологий. То же самое число направлений развития. Наверное, вот они приземляются, и у них сразу штук 7 направлений развития имеется. Дипломатический капитал за ход. Тут тоже я вперед вырвался. Тут избыток здоровья прям офигительный. Ну, в общем, вот такая партия. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!